И всем привет, друзья! С вами Лаймстоун, и вы знаете что? Сегодня у нас будет обзор мода на Майнкрафт на версию 1.16.4 под названием Creatures and Beasts. Да, вы, наверное, не ожидали такого поворота событий, но тем не менее, да. Сегодня у нас будет обзор мода, и с данным модом у нас добавляются в нашу игру новые всякие разные существа. И начнем мы, пожалуй, вот с этой штуковины. Это у нас малая поганка, но в целом это утка. Да, ребят, это утка, она вот так вот выглядит, и она, в общем-то, весьма милая, весьма прикольная, но дело в том, что это не просто утка, это утка, которую можно разводить. Мы с вами, если возьмем рыбу, возьмем тропическую рыбу и начнем размножать этих уток, они размножаются вполне себе, берем раз-два, то, как вы можете видеть, они сейчас породят нам птенца, и, в принципе, все это будет выглядеть достаточно мило. Правда, они почему-то достаточно долго это делают, поэтому давайте мы сделаем сразу вот так. Итак, появляется птенец, и что он делает? Он сразу же... А, вот он появился, второй. И он сразу же садится на спину к одному из родителей. Выглядит это очень мило, очень классно. Посмотрите, такой маленький, миленький птенчик прямо сидит на папе или маме, я даже не знаю. Но выглядит это очень круто, очень здорово, мне это очень нравится. И, в общем-то, эти существа у нас также используются, можно сказать, в быту. Из них выпадают перья. Мне, к сожалению, ну точнее даже к счастью, жалко убивать этих существ, но можете мне поверить, из них действительно выпадают перья, так что если вы захотите их кровожадно убить, то вам перья выпадут, но есть их нельзя, да, то есть из них не выпадают никакие продукты питания, никакое мясо вы из них не получите. Идем дальше, и дальше у нас вот эта вот штуковина, это огромная лавовая черепаха, ребят, то есть да, это... Огромная, странная, непонятно удивительная штука. И, в принципе, что она делает? Она у нас делает следующее. Если мы возьмем и убьем ее, то из нее выпадут полезные вещи. Как вы можете видеть, у нее достаточно много хп. То есть я по ней бью алмазным мечом, бью, она все не помирает, она очень живучая. Но, тем не менее, когда она умирает, мы получаем осколки пепельного панциря. И они нам нужны, по сути, только для того, чтобы использовать их как топливо. В общем-то, вот они здесь, и мы сразу идем с вами дальше. Кстати говоря, это существо нас не атакует. То есть если мы выйдем из креатива, оно никак с нами взаимодействовать не будет. И дальше у нас идет яйцо призыва кувшиночки. И кувшиночка — это вот такое вот милое, маленькое, классное существо, которое очень любит прятаться в воде и изображать из себя кувшинку. Кстати говоря, ну, по сути, на ней можно стоять. Я, кстати, особо это даже не проверял, но я могу на ней стоять, ребят. Слушайте, это прикольно, мне это нравится. Это прям такой суперский моб. И, в общем-то, из него ничего не упадает. Я, с вашего позволения, не буду это существо убивать, потому что оно мне нравится, оно очень милое. И мы с вами возьмем ножницы. Зачем нам ножницы? А затем, что мы можем срезать вот этот цветочек с него. И, как вы можете видеть, да, теперь я получил цветок кувшиночки. Я до сих пор стою на ней. Я не знаю, как ей вообще комфортно подо мной или нет, но, тем не менее, я получил этот цветок, и его можно съесть. Правда, он, к сожалению, не дает никаких эффектов, но... Он ест, это неплохо, это забавно, и мы идем сразу дальше. И дальше у нас идет яйцо призыва йети. Йети у нас живут там, где холодно, там, где всякие горы, и, в общем-то, они достаточно мирные существа, то есть они, по сути, нейтральные до тех пор, пока вы не начнете их атаковать. Если вы будете их атаковать, то они вас убьют, причем убьют достаточно быстро. Кстати говоря, возможно, у нас получится устроить небольшую провокацию. Давайте мы сделаем вот таким вот образом. Сейчас мы сделаем себе скелета и заставим этого скелета ударить нашего йети. Итак, скелетон. Скелетон у нас есть, и теперь давайте посмотрим, как у нас это получится. Ох, скелетон, куда же ты полез? Итак, гейммод survival, я говорю. И давайте попробуем сделать так, чтобы скелет у нас выстрелил в йети. Итак, дружище, попробуй, стреляй. И, как вы можете видеть, он выстрелил, и все, ему хана, потому что его сразу быстро убили. В общем-то, да, в йети огромный урон. То есть он, в принципе, убивает таких обычных существ, которых по 20 хп где-то за 2 удара. Но сейчас ему повезло, скелет был уже потрепан нашим солнышком, но, тем не менее... Существо очень крутое, очень опасное, и, кстати говоря, у него могут быть детки. Вот такие вот маленькие детки, и да, как можете видеть, если у него будут детки, то он на вас нападет и, скорее всего, очень быстро убьет вас. Да, вот таким-то образом. Поэтому не злите его, не подходите к малышам, и, о, нет, как можете видеть, он быстро бегает, так что надо от него валить. Все, не трогай меня, дружище, спокойно. Итак, Game Mode Creative, и давайте смотреть дальше. Кстати говоря, по-моему, из него выпадают вот такие вот рога и вот такая вот шкура йети. Но проблема в том, что шкуру мы никуда не можем использовать, а вот рога йети могут пойти на костную муку. И это достаточно здорово. Итак, что у нас идет дальше?
Дальше у нас идут ящерицы, всякие замечательные, их бывают 4 вида. Дело в том, что тут они расположены отдельно, почему я вам чуть попозже разъясню. Они у нас встречаются в джунглях, выглядят они вот так вот. Насколько я помню, из них ничего не выпадает, то есть тут нет никаких предметов с ними связанных. В общем-то, да, вот такие смешные ящерицы, они нас не атакуют, и они нужны, по сути, только для того, чтобы мы их поймали с очком. И как вы можете видеть, если мы их ловим, то они у нас появляются, и, в общем-то, вот эти вот значки, вот эти вот айтемы ящериц, они нам нужны, чтобы обозначить, что, да, они бывают вот такие вот разные, 4 типов, и мы можем их ловить и куда-нибудь у себя выпускать в террариуме. Ты почему не ловишься? Ящерица. Ты чего не ловишься? Ты чего-то... Что-то это какая-то странная ящерица... Слушайте, а почему... Да, некоторые почему-то не ловятся, я, кстати, даже не знаю, почему, ребят. Может быть, их можно ловить только пока они бегают. Ну-ка, ну-ка, что-то я не понимаю. Почему-то половина ловится, половина не ловится. Я не знаю, как это работает, ребят, очень странно. Или имеется в виду, что они как-то маскируются, поэтому их нельзя поймать. Я не совсем уверен, вот это сейчас получилось. То есть, тут какой-то странный достаточно механизм, но, тем не менее, все равно иногда их удается поймать. Вот мне сейчас это удалось поймать. И все-таки, да, это прикольно, вы можете теперь их выпустить куда-нибудь в свой террариум, и все у вас будет хорошо, вы будете ими любоваться. Итак, что у нас идет дальше? А дальше у нас идут грибочки. И, в общем-то, грибочки достаточно странные существа, ребят. Приготовьтесь к этому, сейчас вы увидите. Сейчас это не то, чтобы это будет давить на вашу психику, но это странно. Смотрим. Это гриб. Ребят, знакомьтесь, это гриб. Он вот такой вот. И, в принципе, если я выйду из креатива, то Game Mode Survival, так, это Game Mode Spectator, а мне нужен Game Mode Survival, то получится следующий дорогой гриб. Давайте, приступайте. Слушайте, а он меня не атакует, я думал, он будет меня атаковать. Ну а если я его атакую, то что получится? Получится, что он просто будет от меня убегать и ничего не сможет сделать. Но, кстати, у него много хп, и из него ничего не выпадает. Но это у нас был коричневый гриб, он не опасен, а вот это у нас штуковина. Кстати говоря, это тоже не опасно. Это хорошо, ну-ка давайте попробуем немножко это побить. Это у нас такой милый мухоморчик. Дело в том, что тут есть опасные грибы. Ну-ка, это что у нас такое? Да, вот это, ребят, опасный гриб. Он попытается нас сожрать. Кстати говоря, это очень даже мило в какой-то степени, потому что, вот вы посмотрите на это маленькое существо. То есть, я не знаю, вот это как будто, я даже не знаю, с чем это сравнить, это как будто вот такой маленький милый малыш пытается вас убить. Что может быть милее? Мне кажется, ничего. Но мы попробуем от него отбиться. Конечно же, мы его победим, и опять-таки из него ничего не выпадет. Посмотрим на такого же, который мухоморный, и, в общем-то, он точно так же из-за нас погибнет. И дальше у нас уже идет вот такой грибок, такой адский, и, в общем-то, он тоже опасен, тоже может нас немножко покоцать, но, тем не менее, мы его тоже побеждаем. И вот еще один адский грибок, и его мы тоже победим. Оп-оп-оп, все. В общем-то, вот такой вот мод, в принципе, единственное, на что мы еще не посмотрели, это я сейчас не то сделал, нам нужен креатив. Это у нас, насколько я понимаю, вот такие вот ломтики яблок. Но дело в том, что они, по идее, у нас используются на ящерицах. То есть можно, по идее, взять ящерицу, посадить ее куда-нибудь вот сюда, выйти из креатива Survival и накормить эту ящерицу ломтиками. Но, к сожалению, это не получается, по крайней мере, сейчас, по крайней мере, у меня, но... В описании мод написано, что это работает, но у меня, к сожалению, нет. И, в общем-то, это, по идее, не для того, чтобы приручить ящерицу, а просто как-то ее развеселить. Но я вам серьезно говорю, у меня это ни разу не получилось. С другой стороны, можно эти ломтики яблок съесть, и, в общем-то, они, по сути, крафтятся из яблока. То есть вы режете его на 4 части и спокойно насыщаетесь этими ломтиками. Ну, в общем-то, восстанавливают они немного, но, тем не менее, все равно прикольно. В общем-то, ребят, у нас пошел дождь, и это как бы сигнализирует о том, что обзор данного мода пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, зовите друзей, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал. А с вами был Lamestone, всем удачи и всем пока!